Никогда не жаловаться. Таков рецепт долголетия от Евлампии Ивановны Костомаровой. Ей исполнится 102 года. С поздравлениями нагрянули исполняющие обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин и глава областной общественной палаты Александр Грибов. Поздравляли не только с днем рождения, но и отмечаемыми на этой неделе днем пожилого человека и учителя. Евлампия Ивановна больше полувека проработала в 4-й школе, всю войну была санитаркой в госпитале. Родилась в крестьянской семье в Борисоглебском районе и лишь после войны переехала в Ярославль. В свои 102 Евлампия Костомарова старается делать все сама. Утверждает, залог долголетия – это движение и хорошее настроение. В преддверии Дня Учителя мы приехали навестить Евлампию Ивановну. Ей скоро, кстати, исполняется 102 года, и она 50 лет проработала в 4-й школе. Поэтому от лица руководства города мы ее поздравили. И считаю, что вот такие поздравления людей заслуженных, которые пережили 100-летний юбилей, мы будем продолжать. Общественная палата в этот важный день, день добра и уважения, день пожилого человека, старается уделить внимание каждому ветерану. Мы выезжаем в муниципальные районы, делаем для наших ветеранов, для уважаемых людей, для пожилых людей специальные праздники, чтобы старшее поколение почувствовало уважение и то, что мы им благодарны. Мы им благодарны за то, что они для нас делают.